Очитоквидный пурпур император. Это очиток с бордовыми цветками, такими не очень густыми соцветиями. В интернете часто дают более густые соцветия. Они, видимо, вот так вот связывают их, фотографируют, и получаются более густые соцветия. Нет, у этого очитка рыхлые соцветия, то есть не густые. Листья у него темно-фиолетово-бордовые, красивые, эффектные. Вот так вот он растет в настоящем виде. Пурпур император.